«Единая Россия» подготовила пакет дополнительных соцгарантий в федеральном бюджете. Документ получился проработанным и сбалансированным, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на брифинге накануне второго чтения проекта федерального бюджета в Госдуме. Партия предлагает выделить на улучшение жизни россиян миллиарды рублей – увеличить расходы на социальную сферу, поддержку НКО и городскую среду. В основу социальных поправок легли предложения от людей, экспертов, научного сообщества и бизнеса, подчеркнул политик. Кроме того, предложены дополнительные субсидии и субвенции регионам. Конечно же, это коснется и Ростовской области. Также правительственными поправками подготовлено распределение субсидий и субвенций регионам, о котором мы договаривались, работая над бюджетом. Это принципиальная позиция как раз нашего профильного комитета и лично Андрея Михайловича Макарова. Такое распределение позволяет регионам более эффективно выстроить свой бюджетный процесс, чтобы все ключевые направления, которые важны людям, получили свою поддержку. В целом, поправки «Единой России» ко второму чтению проекта бюджета стоят 14 миллиардов рублей. Эту работу партия вела совместно с правительством Российской Федерации.